Здравствуйте, друзья! Записываем еще одно видео. Это видео по глаголу «grossier». Только один глагол будет в данной презентации. В списке под видео напишу другие, но этот самый популярный. Других вообще практически никогда не встречала. Переводится как «грассировать». Он обычный глагол первой группы, испрягается везде, как обычный глагол первой группы. Но многих смущает, что там есть «y» в основе. Не нужно ничего смущаться, потому что он не такой, как «employé», не такой, как «payé». Нигде, никогда в глаголах «grassier» и в других глаголах, где в основе есть «y», «y» не уходит, не заменяется ни на что, остается на месте. И давайте просто повторим, как у нас спрягаются глаголы первой группы. Посмотрим с вами настоящее время этого глагола «imparfait» и будущее. «Je grasseille», «tu grasseille», «il grasseille», «nous grasseillons», «vous grasseillez», «il grasseille». Au futur simple, «je grasseillerai», «tu grasseilleras», «il grasseillera», «nous grasseillerons», «vous grasseillerez», «ils grasseilleront». Imparfait. Je grasseillais, tu grasseillais, il grasseillait, nous grasseillons, vous grasseillez, il grasseillait. Bon. Повторю еще раз, что Y и I в imparfait встречаются, в этом нет ничего страшного, все по правилам. Au revoir.